Самые талантливые, амбициозные и креативные жители столицы Чувашии. Конкурс «Мы будущее» города Чебоксары выходит на финишную прямую. Специальная комиссия уже начала подводить итоги. О шансах конкурсантов на победу в нашем материале. В этом году конкурс проводится по 18 номинациям. Две из них – «Молодая семья» и «Самое яркое молодежное мероприятие экологической направленности» приурочили к тематике наступившего года. Всего было подано 126 заявок, больше, чем в прошлом году. Самая многочисленная номинация – «Лучший молодой учитель». Здесь представлено 27 участников. Каждый из номинантов подготовил свой уникальный проект и представил его на суд комиссии. Решили, что надо показать всему городу лучших представителей молодежи в различных сферах, в различных направлениях. Что получит сам победитель, лауреат конкурса? Ну, во-первых, мы говорим, что, наверное, больше общественное признание некое, что об этом проекте узнают в том числе и другая молодежь, и те, кто не участвовали в конкурсе, и захотят тоже принять участие на будущий год. Каждый из этих участников, мы уже говорим, что это будущее нашего города. Собственно, поэтому так и называется конкурс. Впереди выборы самых достойных. Кстати, их имена город узнает 26 января. В этот день в рамках Дня российского студенчества будут подведены итоги. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.